вы можете сюда не смотреть. Вы все большие молодцы. И я прошу вас так полукругом. Мы начинаем от Ульяны. Да, вот так полукругом. Потому что на сцену, я их еще не звала, они уже вышли. Наши жюри встречаем. Вот они, аплодисменты. Привет, Орбита. Привет, привет. Вы все такие молодцы, ребята. Вы очень артистичные, очень творческие. Просто вообще замечательные. Я думаю, что вы все достойны номинации, но давайте начнем с индивидуальных наград. Итак, мисс Улыбка, Глушанкова Софья. Мисс Грация, Бессонова Ульяна. Мисс Загадка, Чернакова Екатерина. Мисс Очарование, Данилюк Соня. Мавричева Мария. Теперь перейдем к сильной половине. Мистер Сила, Аликалибов Денис. Мистер Артист, Бакаленко Егор. Мистер Мачо, Максимов Михаил. Шаликов Никита. Ну и мистер зрительских симпатий Шамшин Александр. Шамшин. А теперь переходим к более значимым наградам и начнем мы с суперпары. Итак, суперпары младший мистер мисс Сталя. Аликалибов Денис и вице-мистер Орбита. Итак, вице-мисс Орбита. Барабанный дробь. Вице-мисс Орбита Глушанкова Софья. Следующее. Вице-мистер Орбита. Вице-мистер Орбита. Барабанный дробь. Шариков Никита. А теперь самые-самые главные наши награды. Мистером Орбита. Среди воспитанников лагеря Орбита младшей возрастной группе становится барабанный дробь.